После того, как поел мой ребенок, вот остаются такие крошки. Я не всегда успевала все быстро убирать. То есть то он капризничает, то его надо спать уложить срочно, то еще что-то. И поэтому время от времени прибегали муравьи и это кушали. Самое интересное, что теперь, когда я стала чаще и быстрее это убирать, то есть стараться сразу после того, как он поел, то есть муравьи еще не успели прибежать здесь, но они стали хитрее. Посмотрите сюда, вот крошка, которая улетела ближе к двери, они ее нашли первой, и они ее несут, утаскивают. То есть они не бегут есть там, где накидано. Они просто берут по крошке и тащат. Вот здесь еще одна крошечка. Бежит, бежит, бежит. Так, 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 так. Раз. И убежала крошка под дверь. Ну вот здесь бегут. Целая дорога между плиток, смотрите-ка. Стараются. Так, сколько их там? Ну штук 10 где-то тащат. Чуть меньше, наверное. Вот они тут. Бегут. Так, ладно, побежала я убирать срочно, пока остальные крошки не растащили. Хотя, может быть, стоит дать им чуть-чуть помочь. Хорошо работают, молодцы, бригада, что надо. Шустренькие.